Звонки и СМС на первом месте, мессенджеры на втором и рассылки в соцсетях на третьем. Стали известны данные анонимного опроса Банка России, который прошли больше 3000 жителей региона. На его основе был составлен портрет жертвы мошенника. Чаще всего в прошлом году преступники обманывали жителей в возрасте от 25 до 44 лет, имеющих средний доход и высшее образование. Преимущественно на уловки аферистов попадались работающие мужчины, живущие в городе. Напоминаем жителям нашего региона простые правила безопасности. Никогда не следуйте инструкциям неизвестных собеседников. Не скачивайте сомнительных приложений по их просьбе на свой телефон. Не передавайте данные о своих банковских картах и незамедлительно кладите трубку, если речь заходит о ваших финансах. Больше половины жителей отсылали мошенникам суммы не более 20 тысяч рублей. 13% пострадавших заявили, что отдали до 100 тысяч. До полумиллиона переводили аферистам 8% участников опроса и 3% перевели до 1 миллиона рублей.